На предварительно очищенную кожу мы наносим тон. Для естественного и натурального образа я использую оттенок номер 4. Тон наносим кистью от центра к краям, равномерно распределяя его. Для маскировки небольших недостатков на коже и для области вокруг глаз идеально подходит корректор Light Beige номер 1. Макияж глаз я начинаю с нанесения базового оттенка номер 2 на все подвижное веко. Для придания выразительности глазам я подвожу верхний каял карандашом номер 3. Далее на ресничный контур я наношу тени номер 7. Для усиления макияжа глаз я наношу на внешний угол века оттенок номер 6 и растушевываю его к центру. Завершаю макияж глаз нанесением туши номер 3. Этот оттенок специально разработан компанией Burberry для девушек со светлыми волосами. Он придает взгляду мягкости. Для коррекции бровей я использую оттенок теней номер 6. Его я наношу специальной скошенной кистью. На скулу я наношу румяна естественного оттенка номер 6. Для макияжа губ я использую контурный карандаш номер 3. Края его я растушевываю. Далее я наношу губную помаду номер 10. Она придает губам легкий оттенок и при этом смотрится естественно и натурально.